Сирийские власти и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня в Сирии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, в связи с этим решением Россия сократит военное присутствие в Сирии. Войска останутся на авиабазе Хмеймим в Латакии и в порту Тартус. Режим прекращения огня не будет распространяться на группировку ТИГИЛ и боевиков Джебхат ан-Нусры. Ранее Россия, Турция и Иран объявили о совместной инициативе по мирному регулированию конфликта в регионе. Первая встреча участвующих в сделке стран должна пройти в столице Казахстана – Астане. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской Республики. Второй документ – это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ – заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.